Всем привет, дорогие подписчики и случайные зрители этого канала. Сегодня я хочу показать распаковочку одной моей посылки, которая пришла. Точно я не знаю, что это, но, судя по всему, это здесь должен лежать микрофон на ощупь. Вот я чувствую, что здесь идет микрофон, и дальше идут от него провода. Ну что ж, приступим к распаковочке. Посылка эта дошла с Алиэкспресса примерно за 2 недели, но из-за карантина пришлось немного отложить это получение посылки, потому что на почте была очень большая километровая очередь практически каждый день. Но сегодня я собрался силами и все-таки решил забрать. Ну что ж, момент истины. Я думаю, это микрофон. И да, это микрофон. Посмотрел я некоторые обзоры на YouTube и решил заказать его для сравнения, потому что этот микрофон должен быть по качеству такой же, как микрофон Боя с батареечкой за 1000 рублей в среднем. Он будет стоить на Алиэкспрессе, если я не ошибаюсь. Этот микрофон мне вышел в районе 200 рублей, может немного дороже, 250-260 с переходничком. Ну, переходничок вот этот лежит обычно в комплекте у всех этих микрофонов. Заказывал я с купоном, в общем, скриншоты и всю остальную информацию, я думаю, прикреплю в конце видео. Идет вот такой фирменный пакетик, написано Made in China, штрих-код, и больше никакой особой информации я и не вижу. Вижу только надпись Andor и все. Пакетик был закрыт герметично, но здесь есть небольшое отверстие для воздуха. Переходничок идет в отдельном мешочке, мелочь, а приятно. Ну что ж, нужно его открыть и посмотрим, что у нас здесь. Обычный такой переходничок, ничего, в принципе, необычного. Так, этот микрофон должен подходить как к разным видеокамерам, компьютерам, ноутбукам, телефонам, в общем, разной современной техники. Так, переходничок, в принципе, подходит хорошо, никаких тугих движений тут делать не надо, сильных, ничего не застревает, не скрипит, в принципе, нормально. Так, кабель целый, здесь идет у нас скрутка, сейчас мы ее развяжем. Обзор этого микрофона, думаю, сделаю немного позже, посмотрю, как он будет работать на разных аппаратах, либо же не будет, какие устройства поддерживаются, а какие не поддерживаются. Извиняюсь, что прикрыл камеру пальцем, нужно было ее приподнять. Так, вот она. Мягкая подушечка для шумоподавления. В принципе, она целая. То есть на этом микрофоне петлички, я каких-то проблем не вижу. Это уже хорошо, когда при распаковке все нормально. Так, попробуем ее снять. Думаю, ничего серьезного не будет. Так, снимается она немного туговато, но думаю, я ее не порву. Ага. И вот у нас видно микрофон. Вот так он выглядит. Ну, в принципе, микрофончик как микрофончик. И дальше идет у нас прищепка. Довольно такая тугенькая, это очень хорошо, мне нравится. Приятно такой металл, потому что на пластик это не похоже. Очень-очень качественно. Посмотрим, как будет по звучанию, но пока мне все очень нравится. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, что думаете, что можно снять еще, что можно заказать. Дальше будет много интересных распаковочек. Над качеством видео буду работать с каждым разом. И всю информацию я прикреплю под видео в описании, где покупал и все остальное. Всем пока!